Еще немного. Теперь назад на поверхность. Похоже, мы злоупотребили гостеприимством Альфхейма. Снова. Даже я почувствовал. Пора остановить бурю. Huh?
Здесь снова надписи Яри и Сомра. Где-то здесь еще один ингредиент. Если мои истории тебя не утешают, подумай о том, что сделала то, что считала лучшим для жизни своего сына. Даже эти твари понимают, у родителей нет выбора. Ты не одинока. Надеюсь, что так. И они теперь тоже. Песнь песков. Да. Какой я сентиментальный. Как красиво. Спасибо, Кратос. Эта земля снова поет. Мы сделали хорошее дело. Нам же некуда спешить. Кто знает, какие приключения ждут нас на залитой светом равнине. Статуя моего брата. Чудно. Странно. Руны темные. Зачем это нужно, кроме как потешить самолюбие моего брата? Сложно сказать, надписи нет. Но, похоже, эльфы вместе это построили, и темные, и светлые. Получается, это был их первый случай сотрудничества за многие столетия. Пусть до мира еще далеко, но это послужит напоминанием о том, что мир возможен.
статуя смогла пережить отсутствие Фрейра, а перемирия нет. Памятники бесполезны для тех, кому плевать на их смысл. Перемирие – заслуга не только его дипломатии. Его божественная натура, его личность – вот что излечило эти земли и сделало мир возможным. Но стоило ему уйти, он должен был понять, что будет. Ну, у него была причина. Один баран уболтал его сестру выйти за психопата. Обычно нам пришлось бы делиться своим. Может, если мы вставим кристалл с другой стороны, то получится пролить свет на эту тайну. Памятники бесполезны. Зачем же его чинить? Он долго был скрыт. Может, теперь он станет напоминанием. Да, ничто так не напоминает народам об их истории, как искусно обработанный мрамор.
Обломки кристаллов светятся. Похоже, теперь мы сможем и надпись прочитать. Честь просветленного. Пусть дар его света сияет вечно. Хм. Дар света? Свет из этих кристаллов. Теперь он в песке. Только посмотрите. Дар Фрейра никуда не делся. Прямо памятник нерукотворный. Это не смешно. Даже в присутствии Фрейра. Мир был очень хрупок. И еще немного света в пустыне его не удержит. До Фэй я и представить себе не мог жизнь в мире. После ее смерти, в пути до Йотунхейма, я сам обрел свой мир. И мой долг — поддерживать его. Может, однажды эльфы тоже найдут свой мир? Без помощи Фрейра. Его образ все равно ведет их за собой. Понимают они это или нет. Статуя светлого эльфа в пустыне? Странно. На вершине древних эльфийских руин? Так оно и есть. Фрейя. Продолжишь рассказ о брате? Великанша, появившаяся в Ванахейме, научила вас использовать дебрёк. Да, Гёр. Фрейр был ей просто очарован. Он всегда бредил странствиями, и тут появился кто-то, разделявший его мечту. Они странствовали вместе, исследовав все мировое древо от корней до самой верхушки. Но однажды Гёр решил идти своей дорогой. Сердце Фрейра было разбито. И он задумал совершить нечто великое, чтобы вернуть Гёрн. Он выбрал весьма нелегкую задачу. Решил стать тем, кто отыщет неуловимый источник света Беврёста. И ему это удалось, хоть и почти случайно. Фрейр считал, что залогом его успешных странствий является особое зелье из трав. Так что странствовал он с размахом. И в тот раз он так размахнулся, что угодил прямиком в озеро душ. Эльфы прежде не видели, чтобы кто-то выходил из озера душ. Разумеется, они впечатлились. О, это просто уморительно! Уж не знаю, явил он им тогда свои силы, или они сами решили, что он некое божество. Но он не хотел брать на себя никаких обязательств. Поэтому не стал задерживаться там надолго. Брат, постой! Ты это видишь? Рукоять жаждет, чтобы мы сошлись в битве. Ah!
Расскажи еще про Яри. Покинув семью, он скитался по мирам в поисках чего-то неназываемого. Но эти странствия не принесли ему упоения. Пока он не встретил другого скитальца, который искал нечто похожее, неназываемое. Это был Сомр. Надо найти последний ингредиент. Thank you.
Фрея, подойди. Рассветник, ты стал интересоваться растениями? Еще спящий зверь. Дело рук Альвиса Камнеступа. Еще один ключ. Рано или поздно нам придется идти искать замок.
Огромный шар летит к тебе! Светлые эльфы все строят с размахом. Символ. Знак почета. Эльфы делали такие и вывешивали у входа в жилище. Так они выражали поддержку моему брату. Что-то приближается, и оно нам не радо. Ящер! Go!
образом там очутился ящер? Сам теряюсь в догадках. Пленить ящера. Не знаю, восхищаться этим или ужасаться. Так или иначе, все кончено. Да? Надень его мне на рог. Глянем, как смотрится. Нет. Знаний. Светлых эльфов не видно. Пока что. Может, они ушли, и мы можем все изучить в свое удовольствие. Еще одна схема Двалина. Ты говорил про совесть. Да. Он понял, что асы будут использовать его оружие, чтобы перебить его собственный народ. Так что он вырвал страницы со схемами и разбросал их. Что с ним стало? И отец об этом узнал и слегка огорчился. Одних этих текстов не хватит, чтобы остановить их войну. Но запрет на их чтение лишь позволяет кому-то ее продлить. Следуем руководству для Одина? Да. Это на руку светлым эльфам. Mm-hmm.
Книга на замке. Тут есть надпись. Консул. Бюгвер упоминал изгнанника с таким именем. Скорее всего, ему будет любопытно прочитать это. Папа! О, кажется, смотрительница хочет нам что-то сказать. Лата Фрамбург. Просит вернуть этот дневник. Нет. Все щитом! Живо! Она думает, что, спрятав все знания, она защитит свой народ. Наш союзник хочет на него взглянуть. Мы заберем эту книгу. Это было сильно. Я думала, ты ее убьешь. Мы были тут, когда Фэй умерла. И я убил очень важного эльфа, а его народ поплатился за нападение на нас. Я не повторю эту ошибку. Фрея, ты продолжишь рассказ о брате? Он появился в Альфе, стал легендой и... В общем-то, да. Стой, потом закончим. То есть ты не можешь определиться? Такая нерешительность для тебя не характерна. У меня уже есть любимый стих из родных краев.
Yeah.